Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники Олуха. Так, 15 день и 75 миллионов древесины я забираю. Так, что у нас там сегодня было? Обновление. Ух ты, это что такое у нас? Ага, восстановите старый пергамент. Получите этого дракона, выведенного на Олухе. А какой дракон, я не знаю, ребята. Так, беззубик. Ну, что ты принес? Да ладно, ты серьезно? Это же круто, ребята. По-моему, это яйцо. Да, мечекрат редкий. Ну, наконец-то он мне выпал. Наконец-то я его нашел. Пускай 4 дня. Почти сколько? 5 дней, ребята, будет выводиться, прикинь. Но самое-то главное, что мы его нашли. Так, забираем здесь все эти ресурсы, что у нас насобирались. Сразу же их... Подожди-ка. Ага, сразу можно их отправлять. Тебе... Так, ветрокрыл, у тебя как тут? А, древесины не хватает, да, чтобы тебе еще отправить за одним осколком? Так, 80-й, кстати, его надо, ребята, обучить древоруба. Пускай летит и обучается. Ну, а ты лети пока, собирай древесину. 250 миллионов нужно древесины, чтобы отправить его еще за одним куском металла. Так, ну что, будем надеяться, что этот парень у нас все-таки станет титаном. И... Слушай, мне кажется, это все сделано специально, ребят. Ну, никак он не хочет прокачиваться в титана, а? Сарделька это наша. Так, ну здесь понятно, шестеренки. Дальше пускай он летит там, забирает, бесплатно. Так, ну а ты? Ну тут, ребят, шансов вообще мало. Конечно же. Тут никаких даже разговоров быть не может. Лети, обучайся. Так, Громгильда, а ты чего у меня стоишь? Давай тоже лети. А, я не могу, конечно же. Я не могу ее сейчас никуда отправить, потому что там у нас места не хватает. Вот именно из-за этого. Так, ну что же, давай тогда дальше смотреть. Что здесь можно нам забрать, что собрать, куда кого отправить. Так, надо камеру, наверное, немножко поднять. И посмотреть. А почему? Что за подтормаживание? Как меня вот это вот бесит, ребят? На мобильнике играешь, ничего так не лагает. Здесь же трындец. На этом эмуляторе. Так, ладно, мы с тобой отправляем всех на ресурсы. Пускай они там копошатся. Так, весночес. Его мы прокачиваем. Тренировка, пускай летит. Так, а здесь-то что не хватает нам? Обучить. Опять не хватает 3 кусков металла. Но зато древоруб у нас полетел прокачиваться, ребята. Так что плюс еще один дракончик у нас, грубо говоря, 85 уровня найдется. Так, ну что, вы летите сюда, ты лети туда. С этими вроде бы я разобрался, да? Так. Ну что, смертушка, понятно. Другого я ничего от тебя не ожидал. Все то же самое ты мне приносишь. Погоди-ка. Прихвостень, получил уровень. Лети, прокачивайся дальше. Так, а ты что? Пойдешь? Полетел. Громоножка, ты-то что у нас там? Дергаешься? О, тоже полетел прокачиваться. Такой довольный, радостный. Я бы тоже был бы радостный, если бы мне сказали: парень, давай мы тебя прокачаем по скиллам. Ух ты, гнездо с перышками и янтарь тусклый. Так, что у нас у этого бродяги есть на обмен? Давай посмотрим. Здесь мы отказываемся, а вот тут тоже отказываемся, потому что я руны не хочу, ребят, тратить. А вот беззубика мы с тобой сейчас отправим на поиски нового какого-то дракона. Кстати, у нас после обновления, ребят, написали, что будет новых 5 драконов. Уж не знаю, какие они и где. Но так было. Так, мечекрада мы с тобой нашли, да? Нашли. Дальше у нас идет скорожал редкий. Вот его мы, наверное, будем с тобой. Поиск. Требуется уровень 80. Так, в приключении. Погоди-ка, я не могу скорожала найти.
Беззубик, а ты что у меня? Я не могу понять. Разве у тебя нет 80 уровня? Что за бред? Должен же быть. А, Беззубик у меня 75 уровня, оказывается, еще. Ё-моё. Как так-то, Беззубик? Блин, теперь в академии места нету. Вот это я, ребята, лопухнулся. А ты? А, тоже нету места. Про верхолаза-то я забыл, что его тоже нужно прокачивать. Ой, дурик. А, так, разблокируйте эту территорию, чтобы разбить на Волхе больше драконьих насестов. У меня... Ты видел, сколько у меня? Вот и я об этом же. Так, в событии. Может быть, что-то... В событии нету, ребята. Кревет Дагура уникальный. Найти. Уникальный. Ну, ты сам видишь, у меня вообще ничего здесь нету. Да, это люто. Так, что у нас? У нас закончились подарочки, ребята. И я успел, кстати, забрать того дракона, который выдавался. Редкий или даже легендарный. Он где-то у меня. Да что за подлагивание, а? Я его куда-то поставил. Он такой маленький, крохотулька. Вон он, по-моему, нет? Это не он? Нет, это не он. Куда же я тебе... А, вот он, друзья мои. Вот. Это мармелет эксклюзивный. Именно его нам и дали в конце. Но выглядит он прикольно. Так, а что же у нас тогда, если у нас нет событий? У нас остается только арена, я так понимаю. Так, монеты Одина. Шторморез, шепот смерти, костолом. Ну и куча ресурсов. Так, ладно, тогда мы с тобой откроем рекламный пак еще. Сразу же, да? Монеты Одина, и тут у нас сам пак. Душитель, шепот смерти, сарделька и ресурсы. Кстати, вы мне сказали, что я должен открыть какой-то пак, и в нем, возможно, выпадут нормальные, как говорится, награды. Только вот какой пак? Про какой именно пак вы говорили? Нифига себе, бомбадзила, прикинь. Разнокрыл. Про какой вы говорили? Наверное, вот про этот, скорее всего. За 30... Ой, за 30, за 100? Или какой-то за 290 вы? А я таких не вижу здесь за 290. Такого пока здесь нет, ребят. Есть 490. А, вот этот вот. Хм. Слушайте, ребят, ну я тогда пытался... Блин, убивашка. Фига. Премиум. Слюня. Блин, а вот тут вот что за ресурс? Ага, вот здесь может быть, да? Ну, давай я попробую. Давай я попробую, посмотрим. Так, рыба. Но, как видишь, здесь мне не повезло. Но это ничего страшного, давай еще разок попробуем. Авось, а вдруг, ну, всякое же может быть. Процент, конечно, маленький, но он есть. Купить. Поехали. Так, один металл мне выпал. Всего лишь один, ребят. Ладно, я еще сделаю ход конем. Слушай, а вот здесь вот что может выпасть? Какие-то сокровища. Какие сокровища? Давай посмотрим. Угу, лопатка. И все? И это и были сокровища? Ну, извините меня, конечно, ребят, но это фуфло полное. Просто фуфло полное. Н-н-н. Не хотят они мне давать, друзья мои, металл. При вас все это делаю, при вас все открываю, и вы сами прекрасно видите. С моим везением это, конечно, да. О, еще металл дошел. Кстати, у нас их 3 штуки. Слушай-ка, ведь я могу у кого отправить обучаться. Стоп, 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 стоп. Если не ошибаюсь. А я не ошибаюсь, но у меня не хватит. Да чтоб вас, а. Ладно.
450 древесины попробуем с тобой набрать, и нам нужно будет отправить... Подожди, а шепот смерти у меня... Стоп. Значит, это получается у нас кревет. Ребят, кревет будет следующим на обучение. А что у нас с костоломом? С костоломом все отлично, да? Ну да, друзья мои, придется нам с вами и беззубика как-то отправлять на обучение, и костолому поднимать уровень до 85-го. Тоже не стоит об этом забывать. Тут вроде бы пока все. Так, давай мы с тобой заберем вот здесь награды, которые есть, и пойдем уже на арену. Сегодня тогда получается у нас одна арена. Что-то у меня все, ребят, по планам все рухнуло. В черепашках-ниндзя безумные мутанты. Я не смог одолеть этих братьев. Поэтому я даже не стал выкладывать эту серию. Потому что, ну, ребят, не смог я их забомбить. Они меня там уничтожили. В хлам причем. Поэтому у нас остается только арена. Так, ну это, видимо, после обновления нужна еще дозагрузка. Что у нас тут выпадет? Лаварык, громыль, кревет, кривоклык. Здесь у нас громыль, шторморез, вострозуб. И все. Так, следующий пак мы с тобой активируем и бежим за паком вождя. Так, ребята, 14, 15 и 15 это мои, а тут 14, 15 и 15 с костоломом, короче, там костолом еще к нам как враг присоединяется. Так что давай попробуем здесь разбомбашить их. С кого начнем-то? Наверное, вот так вот лучше делать. Ветрокрыло будем с тобой брать на разборку. Так, тихо. Этот у нас будет разбег, этот будет фаерболы свои выплевывать, как всегда. Заколебал он, а? Давай, наверное, так сделаем. Надо его уничтожать, иначе заплюет своими фаерболами. Промахнулся, отлично. Так, ты-то что тут будешь делать? Опять фаербол пульнет. Нет, ребят, слава богу, не пульнул. Кусаем, уничтожаем и берем под контроль. Я не хочу, чтобы... Вот. Вот то, что нужно. Ничего себе, он впаял ему. Офигеть, ребята. Ты видел, как он его ушатал? Да. Я могу представить, что с моими драконами бы случилось в таком случае. Ух, тихо. Нам не надо делать, ребята. Нам нужно его брать под контроль. У него, смотри, энергии практически полностью. Поэтому вот так вот. Сейчас опять будет, да, свое это? Ну, естественно. Слава богу, мы с тобой защищены. И нам это не страшно. Так, ну что, уничтожаем его. Вот как-то так. Так, ну а здесь у нас... Ага. Кривокрив. Лаварык меня нисколько не пугает пока. Вот этот вот хламон, да. Сарделька тоже так себе. Вот главный враг, который может тут огоньком побаловать. Сейчас начнется. Вот смотри, фаерболы или как? Естественно. Кому-то крышка. Почти. Представляешь, насколько он мощный, сильный? А если я не буду сейчас пока так делать? Лаварык. Правильно, вот так вот и делай дальше. Что-то мне подсказывает, ребята, что он уничтожит мне штормореза. Трындец. Выжили. Буквально, ребят, на микронах. Так, уничтожаем сардельку. Что будет делать лаварык? Интересно. Наверное, защиту ставить, мне кажется. Посмотрим. Нет, он просто атакует. И зря. Все, сейчас мы его нахлобучим. Пока, лаварык. А здесь у нас колотряс, злобный змеевик. И я смотрю, барсик еще, ко всему прочему. Начнем, наверное, со скалотряса, как всегда, по традиции. Куда ты делаешь? Что ты делаешь? Так, барсик. И сейчас скалотряс. Кого будет кусать?
понял. Так, нам нужно ушатать. А это, наверное, добьет. О, хвостом тем более, ребят. Тем более добьет. Я даже не удивлен. Кстати, ты заметил, что помимо того, что он добивает, ребята, он у меня отнимает еще две энергии. Вот так-то. То есть он делает удар хвостом и отнимает две энергии. Так, он еще и усилился. Ну-ка. А раз ты усиленный, поработаешь на меня. Пускай, ребята, бомбит своего куриша. Вот-вот-вот-вот. Именно так и надо. Все. Сейчас мы его уничтожим. А хотя, зачем? Мы сделаем вот так. Раз. И два. Он добьет своего барсика. А мы уже уничтожим его. Вот и все. Это будет самый оптимальный вариант. Ну что, с победушкой? Вот он, пак вождя. Кстати, нам выпал с тобой редкий пак. Это уже радует. Лаварык, древоруб, костолом. Так, громоль, защитник. И костолом, дикарь. Грамгильда. Отлично. Ну, я предлагаю сходить еще за одним паком. За паком вождя. Вот жалко, что у нас, конечно, беззубик-то не 85 уровня. Почему я так думал, что он 85-го, а? Получается, у нас в ближайшее время с тобой прокачается два дракона. Это беззубик и костолом. То есть это плюс 2. Слушай, ну это же круто. Значит, наша деревня скоро в течение этого месяца, наверное, прокачается дальше. Хотя вряд ли. За этот месяц мы не успеем, ребят. Наверное, на следующий, да? Скорее всего, так будет. Так, три энергии. Он сейчас будет полыхать огнем или нет? Нет, не стал. Тогда уничтожаем его. И вот нам нужно с тобой тройным ударом заняться. Как можно быстрее. Слушай, я не буду так делать. Давай, наверное, просто укусим. Я хочу взять его под контроль. А это сейчас будет разбег делать. Твою налево. Ого. Вот это ты дал, парень. Он сейчас уничтожит. Тройной удар уничтожит его. Нет, не вышло. Тогда хиляемся. Тогда мы с тобой хиляемся. Так, с этим мы еще не закончили. Что будешь делать? Ой-ой-ой. Почти у него получилось, ребята. А мы... Стоп. Мы сделаем вот так вот. Берем его под контроль. А дальше пускай что хочет делать. Хоть разбег, хоть перелет. Я не знаю там это. Что он там хочет сделать. А мы с тобой будем просто его потихонечку кромсать. Так, у нас еще энергия есть. Поэтому можно бомбить. Так, что он будет делать? Разбег? Давай, беги. Беги, Форест, беги. Все, добегался. Ну и пора уже, наверное, с ним заканчивать на самом-то деле. Немножко он мне притомил. Давай, Кривоклык, уничтожай его. Вот так, делов-то на копейку. Ну, с этим, я думаю, мы справимся. Кривоклык. Так, вот этот барсик, конечно, меня бесит немножко. Я буду всех плестиголовых теперь называть барсик. Независимо от цвета. Так, успокойся, парень. Вот посмотри, а, что творят. Вот у них вот, я говорю, как увидят кого-то слабенького, все, уничтожат. Офигенно. Так, ну мы тоже в долгу не остались. Поехали, на тебе. Это за нашего барсика тебе, гаденыш. Даже не вздумай. Смотри, что творит, а. Слушай, я, наверное, просто вот так сделаю. А вот здесь, блин, не добили. Смотри, что творит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Кого сожгет? Здоровски. Ну-ка. Так, интересно, злобный змеевик нас ушатает? Скорее всего, да. Будет отнимать энергию. Последнюю снял, а? Сейчас посмотрим. Я не справлюсь, друзья. Я не справлюсь. Мне чуть-чуть буквально не хватит. Но он сейчас сделает свой суперудар опять. И все. Мы проиграли здесь. Так, а у нас с тобой куда-то музычка исчезла, да? Я смотрю.
Сказали, хватит тебе, Рэй. Поиграешь без музычки. Ладно, нам не привыкать. Так, что у нас тут этот делает? Промахивается, вот что. Громоль. Фаербол, естественно, за свои фаерболы сразу берется. Как ты запарил меня, а? Надо тебя истребить как можно быстрее. Так, у нас с тобой будет отхил сейчас. 100% тебе говорю. Так, захилялись. Этот усиливает атаку. Вот это плохо, ребята. Это плохо, что он усилил себе атаку. Потом опять же ходит Громоль. Так, а дальше мы. Твою налево Барсика, видимо, сейчас уничтожат, судя по всему. Погоди. Вот так вот. Этот добьет Барсика. Ясен перец. Так, этот... Смотри, что творят. Они понижают, ребята, мне атаку. Блин, сейчас усиленный, как звезданет. Промахнулся. Ну, тогда, возможно, ребята, мы здесь выиграем. Ушатываем. Так, ну что, остается Шторморез у нас один, да? Самое удивительное, что он почему-то здесь не тратит, ребята, свою энергию. Хотя она у него полностью забита. Не знаю, с чем это связано. Но мы с тобой выиграли. Ну, вот и второй пак вождя. Вскрываем. Кревет, Шторморез, Громобой Защитник, Острозуб и опять Громгильда. Так, ладно, паки у нас открываться будут со временем. Блин, а что же мне делать с тобой-то, а, Беззубик? Мне тебе не отправить-то. Хотя, погоди-ка. А разве ты задание не можешь брать? Ведь, по-моему, можешь. Так, Беззубик. Хм. Не может, ребята. Нет, может. Отправим его туда в приключение. Бухта Драконьего края. Пускай летит. А там, ребят, посмотрим, чего он там добудет нам. Так, здесь ставим Тусклый Янтарь на обмен. Этот стоит. Почему ты не хочешь добывать, а, в конце концов? Иди лети. Ну что, друзья мои, пока, видимо, и все. Пока, видимо, и все. На сегодня обязательно продолжим уже в следующей серии. Прокачек очень много чего нам нужно сделать. Как всегда, не хватает нам металла. Кстати, скоро, по-моему, у нас событие-то это не закончилось еще. Мы до сих пор с тобой собираем эти листочки. Погоди секунду. Не листочки, точнее, а бабочек. 4 дня, у меня 9200. Не, ребята, не получится мне получить грязнулю. Ладно, если что, мы тогда возьмем с тобой болельщик сардельки, уникальный, за 7200. Да, за 7200 как раз нам хватит. Так, а по изваяниям, сколько у нас с тобой вообще? Так, 62 золотых янтаря. Изваяние быстрых когтей. Великий смутьян. Изваяние Буйволорд. Изваяние Ветродуй. А что будет, если Ветродуй на максимальном уровне? Плюс 72% к рыбе, плюс 28% к древесине. Это по добыче, ребята. А тут также Острозуб, Громоль. Ну, здесь все на добычу ресурсов идет, ребят. Древоруб, как ты видишь, тоже здесь есть. А почему только на дерево и на рыбу? На металл почему-то я не вижу, чтобы здесь было. Хм. Да, на металл нету, чтобы, ну, железо могли добывать. Побольше, а не по одной штуке. Нюхохват. Ты, вот ты представь, вот это все прокачивать. Да тут жизни не хватит, елки-палки. Изваяние, шепот смерти. Сбор всех типов драконов, шепот смерти. Это, то есть, если у тебя их, например, 2 или 3, то они все будут с определенным бонусом. Ну что, ребята, тогда все. Обязательно увидимся в следующей серии. Так что удачи и до новых скорых видосиков.